Всем привет! Вы на канале Дядя Сахар, и сегодня выпуск будет посвящен команде Black House. Это как бы широковская команда, которую привез Равшан. Привет тебе, Равшан. Ну а судьями были наши легендарные Delight Crew, которые судили тогда в этот вечер этот батл. Ну и что получилось, вы увидите немножечко позже. Подписывайтесь на канал, этим вы помогаете развитию моего канала, даете мне стимул для продвижения. Комментируйте видео, ставьте лайки. До встречи! Все, добрый вечер. Мы на Энгульце, это наши друзья Black House, я диджей Сахар, Равшан. И все у нас сегодня будет очень хорошо. Плохие парни. Вообще моя команда Delight, привет вам, пацаны. Надеюсь, вы сегодня придете. Ждем. Ну все, давай. Как тебя зовут? Я с Валера. Валера, я Саша. Все. Так, хорошо. Ну давай, настраивайся. А для начала мы сейчас представляем вам судей. Супергруппу, победителю многих-многих конкурсов. Группу Delight Crew. Аплодисменты ваши. Это судьи, это судьи, это демо. Thank you.
Не понял. Итак, аплодисменты еще раз, только громкие, дружные, кто? А сейчас с визиткой наши гости. Команда Black House. Встречайте, пожалуйста, Black House. После какого мы скажем, кто победил, кто проигравших. Сегодня проигравших у нас не будет, я так думаю. Итак, конечно, проигравших сегодня не будет. Вы познакомились с командами, а теперь все дружно вместе танцевальный перерыв. Пока наши ребята готовятся к баттлам. Все.
Так, типа джем это такое, что каждый из брейк-дансеров, независимо в какой он команде, показывает свое мастерство. То есть все, на что он способен. Просто играет брейкерская музыка, а брейк-дансеры танцуют. Аплодисменты! Вот, это уже на что-то похоже. Ну и так, вот так вот проходят батлы. Спасибо, Тихо! Давай откроем это демо. Судья. Yo!
лети, опай. Наконец, ты молчи. Я родился с микрофоном в руках. Я могу долго говорить. Это, блин, Саня, одно из двух. Ух ты! Батл джем! В исполнении Bad Boys Crew. Да. Хорошо. Аплодисменты! Громкие аплодисменты! Давай, давай, давай! Оп! 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 Спасибо, Тихо!
Thank you.
немножко людей поменьше, но все равно здесь тоже классно. Хороший, нормальный. Лично диджею Сахару уже жарко.